шов, вуле ты зла, а вид рука женя хе. А мы чераем по весна бухе. Шовне квитне, то пов'яне, так у так у каже мій. Туди на траву м'яти, хопа біля хати, не слід до грицю не слід. О, гей, мамо, гей, хлопці грають, о, гей, гей, біля чоради. О, гей, дік, люб не пускають, гей, бо не дуже пасачі. Мамо, мамо, є, а беба, мамо, мамо, є. Варте по-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 
тато щось звужене. Через брокер жмельку саме не. Хмаринка в небі пропливає, мама не киплі. А бабо на горищу ліза, у небо по дробині мохрі. О, гей, мамо, гей, добігаю. О, гей, гей, ділясь ради. О, гей, ді клюв не пускаю. Гей, бабо, не дуже бастаці. Мамо, мамо, є. Грають гучно, бовець! Клубі, клубі, рок! Клубі, клубі, рок! О, гей, мамо, гей, клубі грають! О, гей, гей, ділять ради! О, гей, їм клуб не пускають! Гей, бобо, не дуже бачати! О, гей, мамо, гей, клубі грають! О, гей, гей, ділять ради! О, гей, їм клуб не клубе ро. Олег, трудно, конечно, сейчас представить мир современной музыки, молодежной музыки, без группы ВВ. Ну, во-первых, потому что группа 10 лет уже существует. Вот. И, во-вторых, на такой большой территории твою группу знают во всех уголках нашего бывшего Советского Союза. И, тем не менее, у меня есть такое чувство, что, вот, например, ту музыку, которую ты играл, в начале своего пути творческого, и которую играешь сейчас, она, в принципе, трансформировалась только за счет каких-то модных или современных звуков техно-попа или там каких-то танцевальных ритмов. Как ты считаешь, смог ли ты иметь сейчас успех, если ты бы играл только те песни, именно с которых начинал? Или это сейчас невозможно было сделать, там собрать полный зал? И как ты вообще думаешь, рок-музыка сейчас движется куда-то вперед или она стоит на месте? Вот как ты к этому вообще относишься? Ну, когда мы записывали музыку, и то, что, допустим, там появились новые песни, появились какие-то актуальные ритмы, вот, ну, не совсем актуальные, но такие как бы общепринятые.
Вот это, ну это как бы не желание стать модным, а это просто как бы естественная такая штука. Даже, ну, в общем-то, не задумывались ни на минуту. Вот, а если ты говоришь, предлагаешь сделать такой чистый эксперимент, как бы пытаться с песнями десятилетней давности сделать карьеру сегодня, ну, я думаю, что можно, можно, потому что кроме, ну, все-таки, крути не крути, кроме, скажем, музыкальной ценности или какой-то творческой ценности, в музыке есть все-таки и какой-то акт посильной масс-медии, который доносит до слушателя, до зрителя эту песню. Ну, вот, поэтому если в старый материал вложить как бы усилия и сегодня, ну, как бы с ним выступать перед зрителем, я думаю, что можно. Я думаю, что возможно. Просто единственное, что нам хотелось бы чего-то нового, потому что уже 10 лет варили в собственном соку. Может быть, даже нам это как бы, ну, вселило какую-то надежду, какую-то вторую, ну, какую-то энергию. Вот, тем более весь музыкальный мир, да и вообще там, творческий или просто культурный мир, переживает, ну, может, это не всплеск, но какая-то новая энергия конца 90-х. Вот я не знаю, ты будешь со мной согласен или нет. Вот у нас где-то в начале 90-х у нас у всех была такая легкая депрессия по поводу разочарования, то, что ничего не происходит ни в культуре, ни в музыке, ничего. А тут вдруг как-то неожиданно из-под земли вылезло новое. Крути не крути, надо согласиться, что сегодня очень многое связано с технологией.
Хотя я скажу, что музыка всегда была очень сильно связана с технологией. Если рассмотреть все новые течения и влечения в музыке, всегда были связаны с технологией. То есть там, ну... Ты имеешь в виду техническое развитие? Техническое развитие, да. Просто именно... То есть развитие инструментов? Да, вот нашли какой-то инструмент, допустим, баян. Век назад церковь была очень против, потому что это какой-то механизм, чуждый человеку и тому подобное. Просто его запрещали. Вот. На сегодня баян является просто самым теплейшим инструментом, который только может быть. То же самое там, с духовыми, потом электрогитары, это понятно. То есть можно говорить 70-е и тому подобное, 60-й век, век каких-то новых хипарских теорий или век ЛСД, но музыка-то очень связана с электрическим звуком гитар, вот именно рок-н-ролл. То есть можно сказать, что это технология. Ну, сегодня технология, компьютерная технология была воспринята очень-очень, кстати, осторожно. То есть есть люди, которые сильно ударились в это. Мы люди закалки середины 80-х, мы очень к этому осторожно отнеслись. Но они наконец-то делают теплый живой звук с компьютерами. Они придумали сэмплы, они придумали барабанные лупы. И не только там кольца разные, гитарные, голосовые, которые просто нельзя не использовать. Потому что это действительно, действительно очень сильно обогащает и украшает музыку. И вот я бы конец 90-х назвал бы время возможностей. Вот. Ну, во-первых, у нас приходит оголтелый капитализм и дает какие-то нам возможности, то, чего нам раньше абсолютно нельзя было сделать. Вот. И вот, ну, просто наблюдаешь какие-то явления в культуре и просто видишь, что как легко людям делать что-то, что было так тяжело делать, там, допустим, лет 10 назад. Допустим, ну вот принципиальная проблема лет 10 назад было записать барабаны. Просто ты как не ковыряешься, тем более у нас в Киеве просто барабанов тупо не слышно, бас-бочки ее никогда не будет слышно, и баса тоже. Сегодня это очень легко, и сегодня можно просто с этим баловаться, делать все, что угодно. Так что вот именно в этом энергия, вот, как бы... Ну, есть какое-то окно в новую музыку, и можно баловаться, можно смешивать стили. Вот. Ну и нам захотелось это сделать тоже, как и всем остальным музыкантам. То есть мы тут ничем ни от кого не отличаемся. Единственное, что всплеск, я объясняю этот всплеск, то, что у нас это как пружина, 10 лет накапливалась энергия, но просто мы не могли ни записаться, ничего сделать. Просто нас не могли узнать. Нас очень хорошо знали какой-то слушатель, но это была закрытая как бы секта получалась такая рок-н-ролльная. Вот сейчас очень широкий слушатель это узнал, ну вот я так это понимаю. Я тебе помню, ты наше солнце, Боже мой. Что ты так любил, я не знал.
ёбал маму и шука, шука. Я не приказу, дай мне сюда, это статика. Рёв руками, стримай бюро. Ты швидко, швидко, зараза была. Я боялся на голову вышли. Я кухаю тебя чуть-чуть ты. Да, смутилось одно и мы. Нам и забудься, спасло ты. Никто никого на не дори. Коли керу. Собираетесь, видимо, вот, например, с клавишами что-то делать, или как-то на концертах, я имею в виду. Да, потому что в альбоме, если ты вспомнишь, у нас даже в Крайнем Ри были легкие клавиши. Вот в музыке у нас нету клавиш. Не знаю, это, в общем-то, вопрос, над которым мы сейчас думаем. Ну, может быть, даже нет. Может быть, что-то можно придумать либо с гитарой, либо с баяном, чтобы извлекать какие-то еще новые звуки с помощью, опять тоже, технологии. Да. Ну, а вот скажи мне, пожалуйста, а вот ты давно не играешь на саксофоне. Это как, с чем это связано? Ну, вот на концертах именно. Потому что лет 5 назад, я помню, у тебя всегда был саксофон, гитара, баян. Ну, трубу ты, так сказать, вводил потихоньку. А почему сейчас нет саксофона? Вот. Это с чем связано? Ну, трубу я вел не потихоньку, я вел резко полгода назад. Труба просто заменила саксофон, и все. Ну, просто мне всегда хотелось играть на трубе. Вот, но как бы для меня это был очень сложный инструмент. Это действительно очень сложный инструмент. Вот. Ну и не было тупо трубы, а был саксофон. Вот. Ну а с другой стороны, я думаю, что тоже время диктовало, потому что как бы конец 80-х, начало 90-х, это было более время саксофона, а сейчас более время трубы. Щоб таке зробити, коли нема роботи, чи ти пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати, а то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько голови дрімає, щось таке ніякове, наче позіхає. Можна трохи попоїсти, трохи подрімати, книжку потім взяти в руки, трохи почитати. Як її читаєш, наче там якесь точило, простий твій мозок, наче поглиблює думки. Оце думку в мості карбувати, заняття потрібне. Побільше мислів мати дуже необхідно. Музика. We'll be right back.
Я не помню тебя на сцене, чтобы ты выступал под фанеру. А может быть, были опыты какие-то? Вообще, как ты относишься к фанерному выступлению на сцене? И что такое живой звук, и чем они... Потому что я, вот, например, в основном снимаю живую музыку, потому что для меня важны эмоции тогда, когда музыкант берет ту ноту именно в данный момент. Рождает. Да, рождает. Вот, вот этот вот вопрос. Ну, фанера... Фанера, конечно, очень облегчает жизнь человека, артиста. То есть ты пришел, конечно, на концерт, ну и звук, конечно, будет более корректный. Вот, и ты киданул этот свой компакт-диск и все, и пошел там, как рыба об лед, вот, рот открывать. Но у каждого свой подход. Вот у нас есть какой-то комплекс неполноценности. Я знаю, что я буду чувствовать себя идиотом, если я не буду извлекать эту музыку. Ну просто, может, зависит от механизма какого-то. Мне мама недавно это сказала, мы созванивались с мамой по телефону. Она говорит, что: «Олег, тебе надо обратиться к врачу». Я говорю: «Почему?» Она говорит: я вот смотрю на тебя все время в телевизоре, ты все время потный. У тебя может что-то с потными железами, может, ну, надо вылечиться, то есть мазь какую-то прописать. Я говорю, как же, ну, все же, наверное, потеют. Он говорит: нет, я вот смотрел специально, никто не потеет, а ты потеешь. Я говорю, они же просто, вот ты, наверное, смотришь артистов, которые под фанеру работают, вот. Ну, и, то есть, как бы, именно, может быть, имеет смысл, что, ну, нужно пропотеть, потому что если не пропотеешь, просто не имеет смысла. Но это как любовь женщины. То есть обязательно нужно пропотеть, потому что в противном случае это, ну, просто не, это уже не любовь, это уже получается обман. Вот, поэтому мы имели грех всего лишь один раз в нашей творческой жизни выступить под фанеру, потому что это было какое-то мероприятие на республиканском стадионе, и надо было спеть «Весну». Вот, мы были в это время сначала во Франции, потом в Архангельске, и у нас был договор выступать живым звуком. Вот, и когда мы приехали, то есть все уже было поставлено, ну, мы приехали буквально на выступление. Вот, все было поставлено так, что живого звука не могло быть. Вот, не могло быть. Вот, и мы отказались сразу же резко, но нас поставили в такие условия, что надо было это делать. Вот. Мы не изображали себя идиотов, вот. Мы просто все вышли с микрофонами на сцену. Вот. И умный звукооператор, я не знаю, кто это делал, вот. Мы ему дали компакт-диск, ну, раз уж играть в игры, мы дали компакт-диск, наш сингл, где «Весна» идет непосредственно. И умный звукооператор поставил «Весну» из альбома, а где начинается с речитатива. То есть чего я боялся, на то и напоролся. Просто я выхожу на сцену, а там идет «Добрый вечер», там такое. Вот. Mm-hmm. Очень жутко. Но я думаю, что я, наверное, больше не буду повторять. Ну и мало того, что они говорили, что ну зачем живой звук, потому что будет плохо, вот мы вам лучше это сделаем фанеру, и фанера ужасно звучала. Ну просто там человек выключал где-то на середине. Ну, может, это какая-то месть была, или не знаю, что такое. Либо какая-то судьба показывала, что нам под фанеру, наверное, не надо работать. Вот, тем более там стечение народа ужасное было, ну, это было мерзко. Вот, и, наверное, ну, попытаемся больше такого не делать. Но, с другой стороны, сегодня мы говорили уже о конце 90-х, что сегодня даже грань между фанерой и нефанерой стирается. Почему? Потому что очень модно и актуально, и, наверное, имеет смысл использовать все-таки какие-то сэмплы, какие-то кольца, какие-то компьютеры в живой музыке, подкладывать под живые барабаны сэмплированные, потому что это обогащает и очень украшает звук. Мы этого пока не делали, потому что у нас нет возможности этого делать. Вот. Ну, не знаю, мы будем пытаться это делать в альбоме в последующем. Вот. И посмотрим, как карта ляжет. We'll be right back.
за горами, за лесами. Ходит блуд интересный смесь. Я дивлюсь телевизора, ее хвиля втрачают честь. Вчини диво, раптові, розгортаються гармонії. Великанами різними ледве падає тихий сніг, як зірками залісними мозок плутає думками. Наверняка, когда ты над клипом работаешь, там ты 20 раз одно и то же, ведь как вот тебе вот эта вот работа, она потная вообще? 20 раз под фанеру клип, когда клип снимается. Очень-очень странная вещь, клип. Ну вот у нас единственный был опыт вот с этой с весной, и ну тоже были поставлены такие условия, чтобы были только по одному дублю все делать, только по одному дублю. Вот, поэтому там только один дубль. И причем я потом смотрю, вроде внешне это все смотрится, а внутри там полный ужас, что происходит. То есть ты двигаешься как-то, ну, абсолютно. Ну, нет опыта. Просто очень важно, ну, как в записи, допустим, очень важно пропеть, а потом послушать это. Потому что когда вот на сцене все понятно, когда ты находишься вот в течение своего творческого акта, ты как бы знаешь, что это дает, и ты видишь результат сразу же. Вот. А когда ты записываешься либо на видео, либо на аудио, результат надо увидеть потом, а потом, когда ты в ходе этого действия, ты должен знать, как это будет смотреться. Вот. Ну, тут нужен опыт. Ну, тут ты как телевизионщик, наверное, там больше мне можешь насоветовать. Я думаю, что тут нужен опыт. Вот ты уже сейчас, наверное, сидишь и знаешь, как ты будешь смотреться вот там в экране. Же, наверное, представляешь, то есть примерно. И по этому поводу ты не напрягаешься, а вот я, допустим, не знаю, я там могу там как-то позировать, там как-то смотреть там что-то, потому что я не знаю, как это будет, вот, тем более надо думать, да, о микрофоне. Надо микрофон держать, да. Вот, о чем мы? Ну, по поводу фанеры, ну, в принципе, я понял твое отношение к этому, потому что, в общем-то, я знаю много групп. Ну, тот же Шевчук, он очень не любит выступать под фонограмму. И у него даже есть песни такие, фонограммщик. Вот. Хотя, нет, я понимаю, что это дело такое. Но меня всегда интересовал вопрос. С рок-музыкантами понятно. Им живьем как бы... Меня все поп-музыканты интересуют. Я, например, очень мало знаю певиц или певцов, которые могут отбарабанить свой концерт хотя бы под минус полностью. Вот это вот. И поэтому у меня всегда уважение даже к тем, кто под минус поет, но своим голосом. Вот почему я хорошо отношусь к Павали, которая может просто концерт спеть, вне зависимости, как нравится мне или не нравится ее творчество, тем не менее, она обладает тем вокалом, который она может.
весь концерт потащить. А многие певицы, они после 3-4 плюс включают и вперед. Это... Ну, я думаю, что рок и поп-музыка, это как... Они как бы в идеологии различаются. Это как коммунизм и капитализм. Вот. И, то есть, как бы форма то же самое, вроде песни, а то есть музыканты не зарождаются не так. Вот если проследить карьеру или просто биографию какого-то рок-музыканта или какого-то поп, это совершенно по-разному все происходит. Вот. И отсюда, и поэтому какие-то у нас есть комплексы, какие-то проблемы, а у поп-музыкантов у них нет этих проблем, но у них есть другие проблемы. Вот. И поэтому вот это и различие. То есть действительно для нас, для рокеров, это большая проблема выступать под фанеру. Потому что у нас есть свои какие-то идеи, у нас своя какая-то идеология, у нас есть свой какой-то стимул. Просто это в корне со стимулом. Если ты будешь под фанеру, именно как ты говоришь, что каждый раз это как мама рождает ребенка, нам необходимо родить эту песню, чтобы был четкий, плотный творческий акт. Если этого нет... Вот. А поп-музыка, она больше работает над формой. Вот. И почему она, допустим, звучит лучше и больше, и чаще. И мы ее видим везде, и она красочнее. Потому что люди именно работают над формой. Это как бы их прямая задача. У рок-музыкантов проблема, что мы работаем над содержанием, и частенько у нас форма страдает. В частности, у ВВ форма страдала в течение 10 лет. Я имею в виду клипы, я имею в виду записи, имею в виду даже хороший звук на площадке. Вот. Но я думаю, что вот такая проблема. Ooh!
я не хотел признаваться, что я лидер группы. То есть всегда говорили, вот Олег, вот лидер группы. Я говорю, нет, я не лидер, я певец в группе. Вот мы... Сейчас ситуация поменялась все-таки, потому что как бы, ну, я определяю политику в группе, такую в грубых чертах. Вот, но мы стараемся с ребятами, вот, и чем я им очень сильно благодарен, как бы они, ну, не подсиживают меня, то есть они, вот, ну, как мне верится, как мне хотелось бы, как я думаю, так и происходит, они ко мне относятся, ну, как бы я для них авторитет, но авторитет в нормальном смысле, то есть они мне доверяют. Они мне доверяют в каких-то вопросах, а потом я им доверяю в каких-то вопросах, в которых действительно они компетентны. То есть общая политика, там, допустим, ну, есть менеджер, есть администратор, вот, я, есть какие-то творческие вопросы. Я говорю, ребята, я хочу, чтобы это было... Я не говорю, давайте вот выберем направление. Я прихожу, говорю, ребята, я хочу, чтобы это было так. Давайте это организуем. И вот ребята, они мне очень хорошо помогают. Вот, действительно, вот то, что от каждого зависит, какой-то, ну, допустим, он, вот у нас новый гитарист Женя, он, вот он очень хороший, вкусный аранжировщик, действительно, он и мелодист на уровне не общей мелодии, а вот именно добавить вот гитарную какую-то линию, или даже вот голосом своим добавить второй вокал, добавить очень красивую такую гармоническую линию, которая просто украшает, просто наводить такие штрихи, которые... Ну, просто делает, ну, вытачивает еще более фигуру песни, скажем. Вот, Шурик, он, скажем, он более, вот он чувствует атмосферу, он более может дать какую-то окраску, но не деталь, а вот в общих чертах, но это какие-то тоже общие окраски, но которые дают, ну, не общую линию определяют, а которые... Вот общую тему, общее настроение какое-то дать или вот какую-то идею добавить, которая еще обогатит основную идею. Вот он очень, ну, у него вкус очень хороший. Вот. Серега барабанщик, то есть он барабанит хорошо, потом он там вкусные какие-то вещи. Вкусные просто какие-то рулады барабанные добавляет. И у человека очень шикарное чувство юмора. То есть он может дать какой-то веселый такой оттенок в песне. То есть даже какими-то барабанными темами он может дать какую-то окраску абсолютно неожиданную, не ломая. Вот, то есть к чему, в общем-то, мы стремились, и я думаю, что у нас даже иногда получается, как бы не ломая общей гармонии, каждый достраивает дом, соблюдая общую конструкцию. Это очень сложная задача, очень важная. И вот я думаю, что ну, в общем-то, отличает профессиональные коллективы. Я думаю, что если мы покопаемся в любом профессиональном теле, они признаются, что они действуют так. Вот не на конфликте, а на каком-то, вот, чтобы как-то конструктивно все двигалось. Вот очень сложный процесс, он может даже очень скучный, но когда это получается, это действительно кайф. И вот мы вот сейчас... Можем как бы расслабленно друг с другом чувствовать, потому что это как старая семья, которая уже пережила все конфликты, все передряги. И у нас существуют, ну, какие-то вещи, которые не дозволено делать один против другого. Но это как старые друзья тоже, там можно уже в разведку друг с другом идти, потому что уже есть доверие. Тітка ніч верталася, зіркою металася, стежки вишивала з краю в край. З милою милуюся, ніяк не націлуймося, та й вела дорога через гай. Ручики, ніжики, коплю та поцілую, рідненька, квітонька, чудесенька моє. Хоп! Хоп-хоп! Світко
корча, та й із лісу лютий вовка вискочив. Не мене, ой, милу кляти вбив. Ручки, нісеньки, підхоплю та поцілую. Рідненька, квітонька, чудесенька моє. Ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кохання, коней вогней помчу горизонти. Палала зоря, упала долі, рідесенька моє. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я не вірю, що прийде відрада без утішного густу. Тому серце моє стинемо в кам'яне, не відома будова його. Тому серце моє стинемо в кам'яне, не відома будова його. Я не вижу.